Ну что, ребята, вот и последний день Масленицы у нас на Верхней Березовке. Сегодня будет организован, видно вам, не видно, ничего не видно. Ну, в общем, там, короче, написано «Блинный забег». Цена 1700 рублей, поэтому я просто посмотрю. «Блинный забег», 17 марта 2024 года. Вон, бегут, бегут. Мы еще будем не просто смотреть, а болеть за нашу подругу. О, молодцы, молодцы! Ребят, посмотрите, какая прикольная зимняя забава. Мне она очень нравится. Такое подвижное бревно. Детей привязывают к ватрушкам и раскручивают. Мне кажется, если сильно раскрутить, прям ватрушки будут летать. Вау! Они даже уже не входят все в мое видео. Масленицы нынче от Альфа-банка, как я поняла, которую будут сжигать. Вот такая она красивая. Это, как и я, конечно же. Символ нынешнего года. С любовью от дракоши. Ну что ж, беспроигрышная лотерея. Так, что там пишут хорош? Персив Дью 30 миллилитров. Вот бирюза. Ура! Нюхай. О, какой. Че? Ну, привет. Привет, да я понял. Девушка, еще подождите. Давай. Ну, уже жадность. Все прилипли. Full Speed Super Sonic. Это мужской аромат. Ну, я упал. Ну, ладно. Что сделать? Подарок кому-то подарить. Найдешь кому-то? Можешь перетянуть тогда? О, смотри, какой он огромный. Вот. И вам, да, и вам вот такой комплект. С праздником, девочки. Спасибо, с праздником. В общем, северный олень. Если вы забыли, он выглядит вот так. Забыли, еще не знали. Угадайте, кто здесь? Опа! А это наш Миша. Символ России. Ну что, девчонки, узнаете своих бывших? Что замолчали? Давайте говорить что. Молодцы. Ну что, ребята, мы немножко замерзли, по крайней мере, я точно. И зашли в кафе покушать. Сейчас покажу вам обед участника Масленицы этнографического музея. Оба, шашлык из свинины, плов, вафли. Ну, блины я уже ела с утра. Чай молочный лун. В общем, Масленица на Верхней Березовке для нас закончилась, и мы поехали на Масленицу в парк имени Героя Советского Союза Жанаева. Какая-то новая локация от авиационного лондонского завода, вертолетов России. Смотрите, козочки наши, бузочки. Что еще здесь? Олени, чум какой-то. Что пишет? Таежная, озерная, прям как у нас. Да. Петрушки вот мне дали конфеточку. Видно? А, ничего не видно, где? О! Так, смотрите, какая она прикольная, уже приготовление идут для сжигания. Могу я уже в центре, в кафе Sisters. Тут еще Новый год, Джингл Белл. В общем, все-таки я решила, что ну какая масленица без блинов. Вот такие блины, они с бананом.